Дорогие ребята, учителя, уважаемые родители, сотрудники школы 146, наши партнеры и все те, кому не безразлична судьба и результаты работы школы 146. Я обращусь к вам одним словом. Мы – команда 146. А у команды 146 великие задачи перед началом нового учебного года. Наша школа уверенно смотрит в завтрашний день, и мы действительно являемся территорией притяжения. Очень многие наши коллеги из Татарстана, из России хотят изучить наш с вами опыт. Уважаемые коллеги, уважаемые педагоги, мое первое обращение к вам. Мне хотелось бы, чтобы этот год у нас был дружным, сплоченным, тем более в нашей команде 10 молодых специалистов. И очень хотелось бы, чтобы они в нашу школьную семью пришли и почувствовали, как здесь их ждут, как им здесь рады. И очень надеюсь, уважаемые коллеги, что вы поможете им адаптироваться в наших родных школьных стенах. Образование через всю жизнь – это мой главный жизненный принцип. И открою секрет, я сейчас тоже учусь. Причем учусь, познаю две области. Первое – это английский язык, потому что поступило интересное предложение представить опыт работы нашего школьного ресторана на международной выставке в Брюсселе. И второе направление – это ментор образования. Из 200 директоров Казани отобрали 25 человек. Мы регулярно сейчас посещаем тренинги, занимаемся самообразованием, готовимся к тому, что будем передавать опыт своим коллегам, молодым, может быть, тем, кто еще делает первые шаги в области управления образованием. Для меня очень много интересного и нового в этой области. И каждое утро 1 час английского, а вечером 1 час самообразования по менторству. Верю, что все у нас будет хорошо, что порадует этот год нас новыми успехами. Я очень надеюсь, что будут результаты в конкурсе профессионального мастерства, что будут результаты во многих проектах, которые мы реализуем. И уверена, что кроме проектов, которые мы уже реализуем, мы их будем развивать, будут новые идеи, новые креативные идеи. Потому что креативность и школа МЖК – это две неразлучные вещи. Дорогие дети, я верю, что много интересного вас ждет в новом году. Это не только прекрасные уроки с замечательными педагогами, но и много всего того интересного, креативного, спортивного, музыкального, интерактивного и всего-всего, что может предложить вам наша школа. Самое главное – занимайтесь, развивайтесь собой.